Нам сделали очень все здесь, подготовили к нашему сиюму. Все красиво. Старались над этим. Вот. Дальше мы закончили Масехет Недорим. Не очень легкий в Гмаре, но постой в ране. Но, как уже Рав говорит, ран тоже тяжелый. Да, в нем есть очень большая опасность. Да. Легко читается, но нужно иногда останавливаться. Так, хотел кое-что сказать, что в Гмаре написано в Недорим, что семь вещей, они были созданы перед тем, как был сотворен мир. Да, это Тора, Гейном, Ганеден, Чува, имя Машиаха, Ксиаковод и Вемигдаш. То есть, и это много сказано в каких местах, в Мидрашах. О нем, как бы, все, что хотят нам сказать этим, да, что, как известно, что Всевышний сотворял миры, разрушал миры, также он говорил со своей свитой, с ангелами, со два человека, не со два человека, да, то все это было как бы подготовка, да, к тому, что создать мир, который мог существовать, да, то есть сам по себе, да, что у каждого, каждый человек выбирает, куда он пойдет, зачем он пойдет, что у него есть, когда у него есть, есть наказание, есть, да, как геном, ганеден, и также, что нас должно окружать. Всевышний нам дал силы, возможности, да, чтобы мы могли выбрать Дерех Хаим или Дерех Амавет. И в итоге, по завершению всего, будет нам известно, да, это, то есть Всевышний нам заложил уже изначально Рифуали Мака, то есть он нам дал лекарство от наших болезней, что имя Машеха уже есть, да, то есть мы должны только приблизиться к нему, мы должны дать толчок от себя. Мискеше Машех Яво Бина Бамейна.